Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лисперс. Мы продолжаем проходить героев шестых за Альянс, и, собственно говоря, все у нас неплохо, да? Антоша продолжает качаться, нежить продолжает борзеть, кстати, ее давно что-то не видно. Да, по просьбе трудящихся я читаю комментарии, точнее, по моей просьбе эти комментарии пишутся наконец-таки. Ну, а, собственно говоря, я уже на них отвечаю и, конечно же, читаю, смотрю. Очень приятно, спасибо, ребят. А хрен здесь, на самом деле. Нужно левый нижний угол осмотреть. Но я думаю, дальше мы сюда вот не сможем пройти из-за дерева. Ну, а здесь густые леса. Единственное, может быть, вот это вот еще область как-то чекнули. Вдруг здесь действительно что-то будет такое. Раз такое прям полезное для нас. Ладно, остановились мы с вами на том, что мы добрались практически до Кирилла. Почему-то он здесь и еретик. Судхаус у нас владелец. Ладно, с этим мы разберемся. Здесь у нас на пути все-таки стоят типа инь и янь. То есть вода. Что у нас тут? Свет, тьма, да, воздух и земля. Здесь была вода и огонь. Какие-то все-таки типа инь и янь. Фиговинки идут. Все это у нас идет по, конечно же, основной ветке. Вот это у нас испытание рыцарей дракона. Мы сейчас проходим. Кстати, ничего себе. А что это за него там дадут? Львиный щит, который у меня уже как бы есть, да? Так, крепкий щит, львиный щит. Да, у меня, в принципе, уже это дело есть. Хорошо. Так как мы можем себе позволить вообще практически никого здесь не бояться. Воздух и земля, и лад, и Силана. Когда их одинаково уважают, в Асхане царят мир и процветание. Усвой этот урок или умри в невежестве. Окей. Воздух и земля, и лад, и Силанна. Умри и в невежестве. Ну, не знаю, что-то как-то умереть в невежестве мне не хочется, поэтому лучше усвоим урок, да, то, что ее всех элементов нужно почитать. Подожди, а что там было? Земля и воздух. Ну, блин, с воздухом целая эпопея. Землю мы, я думаю, и так сможем как-то забороть. Поэтому давай-ка вот в таком составе, наверное, начинать будем. Потому что воздух — это говёная стихия. Она бьет по площади. И все бы как бы ничего, если бы... Если бы не одно «но». Так, а кого мы будем выкупать? Что у нас здесь поотлетало? 19 существ. Я вот думаю, имеет ли смысл сейчас популяцию увеличивать. Давайте лучше, наверное, прокинем что-нибудь типа вот этого. Хотя на два отряда, наверное, я зря. Ибо висталочки все-таки атаковать не будут. Надо было чисто на одного на всадниках солнца пробросить. Так. Это раз. И вот как-нибудь вот так вот два. Самое главное — избавиться от элементалей воздуха, чтобы они не могли стрелять. Куда ты собрался-то, алло? Ну, он, наверное, ну, этому трындец. Считай, что он, наверное, немножечко не в курсе то, что я на висталок щит этот прокину. Другое дело, что нужно, может быть, сразу. Излечить их? Давай-ка, висталочек, я излечу. Дополнительные щиты и здоровье они получили. Молодцы какие. Пам-пам-пам. Элементали у нас ходит опосля. Значит, вот сюда вот тут идет у нас щит. Чтобы эти громилы... Ну, кстати, они и так до нас не доходили. Можно было бы и не париться. Но вдруг у них как бы сработает. Что-нибудь сработает. Типа морали. Хотя, хрен его знает, элементали. Ведь какая-то мораль. Инициатива, конечно, здесь до ядрени фени. Это прям жесть какая-то. Вот смотри, что. Я тебя вообще не понимаю. Так, ну ты-то с первого раза он, видимо, урок не усвоил. Пришлось со второго раза объяснять. Так.
12 существ. Ну давай. Ага, хорош. Жалко, он не отвечает на этот выпад, так скажем. Чтобы с нашими висталками наверняка ничего не случилось, нужно немножечко себя обезопасить. Фиг бы его знает, сколько у нас существ могут они снести. Ну, я же говорю, вот что-то типа морали может сработать. 21 существо. Довольно недурно, кстати. Каменюки наших девок потрепали. Хорошо. Я бы сказал, идеально. Идем пока вообще без каких-либо проблем. Давайте сохраняться, наверное, просто по пути. Так. Ага. С этими элементалями, я думаю, все-таки хотя тут... Свет и тьма. Эльрат и Маласса. Они были первыми детьми Асхи. И их вечная борьба устанавливает рамки для всех нас. Матушка, я не собираюсь вступать в Орден Дракона. Я пытаюсь найти убийцу отца и понять, что это за проклятые голоса. Знание — бездонная пропасть. Абсолютная правда рождает только невежество. Хорошо. Абсолютная правда рождает только невежество. Короче, ничего нам пока что не хотят сообщить. Ладно. Будем всего узнавать потихонечку. Полегонечку мы никуда не торопимся. Блин, прикольно отображаются 9 по 9 существ. Нормально. Текс. Ну, понятное дело, у нас здесь сияние и элементы тьмы. Да-да, вы, кстати, поближе подходите. Единственное, что никто их не контратакует. Это, конечно, не круто. Зато мы можем сразу же... усилить своих ребяток. Так, я сделаю, пожалуй, как-то так. Че, в ответку тут довольно не кисло мы получаем. Вообще, самое профитное, наверное, сейчас свалить сюда вот дамаг. Ух, довольно ярко. Такс. Ну, хилять, понятное дело, здесь некого. 3236 единиц могут прохилить наши висталки. Давай-ка я все-таки как-то на всякий случай себя все-таки обезопашу, да? Не ровен час они могут каким-то чудом до них добраться, и это уже будет не совсем интересно. И ни одному, к сожалению, существу я не могу ответить. Это хуже всего, на самом деле. Моя тактика немножечко здесь рушится, вот этого первого удара. И прочее. Единственное, что я могу сделать, может быть, это как-то заагрить. Чтобы меньше дамаги-то получать, да? Хорошо, давай-ка, наверное, так и сделаем. Как-то вот так вот. Раз, потом. Нет, они агрятся, кстати. Что... довольно странно выглядит. 10 существ. Но нужно ли мне это делать сейчас? Думаю, как бы не очень. Поэтому продолжаем стоять и ждать. Но эти-то девахи, да, они могут. Такс. Да мне как бы... по большому счету разницы нету, кого атаковать. Просто у меня здесь довольно много существ. Отъезжает еще только 25, 2, 300. У меня еще 1000 в запасе есть, поэтому вообще можно на эту тему не заморачиваться. Ты
2000. Дамаги мы еще, ну вот видишь, здесь всего лишь 700 пролетело, поэтому сейчас все прохиливаем. Но сначала, конечно, придется чутарика подождать. Значит, я их сейчас добью, ну и как обычно, в общем. Все будет как обычно. Хорош, а вот так будет уже не как обычно, а как надо. По 150 элементалей. Ладно, что там, Кирилл? Достаточно очков слез для улучшения до пола... Ох ты, да ладно, серьезно, что ли? Ну, ни хрена ж себе. Хо-хо-хо. Вот это я удивлен, ребят. Вот это реально сейчас круто. Не, ну давай проапаемся, прогрейдимся, так скажем, да? Паладин света. Опачки. Дай, Антоша. Отлично, он прям аж воспылал. Воссиял и воспылал. Я, говорит, весь горю. Текс. Ну, у нас появилась, собственно говоря, топовая билочка. 41% от нанесенного им в начале битвы урона, но не более 3000. Точнее, не в начале битвы, а с начала битвы. 3000 дамаги. Ну, блин, плюс-минус нормально. Сейчас как-то попробуем закомбинить, наверное, все это дело. Давай-ка еще сохранимся и... И кристаллов здесь валяется просто я шизею сколько. Врата духов, только вход. Не знаю, куда нас перебросит. Давай попробуем с Кириллом пообщаться. Что он нам скажет, мне не ясно. Точнее, какое-то предположение, наверное, имею, но... Как оно будет в реале? Кто бы его знал? Подожди, а я города-то все запал уже или нет? Или есть еще какие-то где-то что-то... Недоделки. Здесь вроде все хорошо. Здесь все отлично. Здесь превосходно. Да смотри-ка ты! Ни хрена ж себе. Все у нас в шоколаде, все у нас в топе, все у нас замечательно. И покупать даже некого. Ладно. Так, кстати, войска были еще некое количество вот здесь. Текс. Так, перемещаться уже будем, наверное, все-таки. Карл Петрович. Здесь, по-моему... О, нет, есть. Одна висталка здесь какая-то заблудшая. Не пойми, откуда взявшаяся. Видимо, опять что-то с прошлой серии забыл я выгрузить. Ну, блин, ну, недельная армия, она как бы... Даже с такого количества городов не сдержит, если какая-нибудь нежить сейчас вылезет из подземелья. Но я надеюсь, этого не случится. Ну что, Кириллушка, давай, вещай нам свои мысли, свои какие-то... Информацию. О, Ашха, брат и сестра, дракон хаоса у демонов и наш дракон порядка, разделенные на все века, но танцующие в унисон. Покажи мне своего внутреннего дракона, сын, или вернись в ничто. Ты убил нашу сестру, маленького ангела. А я маленький демон. Тебе следовало убить меня. Кирилл, он стал демоном! Хаос такая же сила, как и остальные. Она может быть в руках друзей или врагов. Суди по человеку, а не по дракону. Угу. Какие заумные мысли нам вещают. Так, ну вот здесь вот уже интересно. Довольно-таки бой будет. И даже здесь топовые существа. Обалдеть. А где мои топовые существа? Где мои, черт побери, серафимы? Я не понимаю. Почему у меня их нету, а, собственно говоря, у врага есть. Так, и ты кто у нас? Ты у нас класс силы. Давай-ка вот здесь стрелков. Все это под защиту, конечно же. Грифончики. Грифончики, грифончики. Ну, грифончиков мне, наверное, без разницы особо куда-то ставить. Так. Хорошо. Клинок ненависти. Кто у нас здесь супер опасный? Супер опасные это вот эти вот потрошительницы. Потому что они стреляют. И где-то здесь еще были демонессы. Ага, спрятались их. Хрен увидишь, под крылом у больших демонов сидят. Себе в ус не дуют. 310 штук. Это много. Это много, это больно. Так, но слава богу, они
как бы ни разу не первыми-то ходят. Так-так-так-так-так-так. Потом грифоны, потом стрелки. Текс. Блин. Даже не знаю, кого же мне лучше здесь атаковать. Хорошо, начнем, ну, наверное, все-таки как бы стандартную тему. Благо нам здесь не отвечают. Подлый приемчик. И такое чувство, что я вот хрен сюда как-то смогу добраться. Давай. Грифон, наверное, у нас где-то вот здесь вот пролетит. Потому что арбалетчиками я своими буду что сносить, наверное, где-то вот здесь войска. Вражеские, жалко, я по всем отрядам не попадаю. Вот это было бы, наверное, просто мега имба. Есть у меня еще время, поэтому давай-ка вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Да хорош. Да еще и... Обожаю я этих арбалетчиков. Так, лилимы. Налови. Такс. Вот теперь, наверное, как-то мы в атаку двинемся, конечно же. Давай-ка на всадников солнца мы накинем свою приколюху. Висталок обязательно под щит. Сейчас начнется раздача во первое число. И пошли. Единственное, вот этот косяк, то, что разрушители, скорее всего, сейчас заагрятся и уйдут с этой линии. Я бы хотел по двум отрядам пройтись, поэтому я так полетел. Но мало ли, вдруг они встанут где-то вот здесь. Пока что мы этого не знаем и... Угу. Собственно говоря, ярость и ненависть всех вражеских существ пока что направлена именно что против наших всадников. И меня это полностью устраивает. Так, а я даже хилить-то никого не смогу. Вот это ты зря, мужик. Это ты зря. На-ка, выхвати. У меня, кстати, две контратаки тогда, если что, на минутку. Угу. Оба-на. Потрошительницы у нас были распотрошены. Опа, а вот это, конечно, не очень-то и хорошо. Успею ли я, ребятушки? Я, наверное, успею, кстати, сам всех распотрошить здесь. Подожди-ка, или же... Давай-ка насмешечку. Насмешечку, чтобы они никуда не делись. Здесь кто-то еще, я думаю, дойдет. Ну, те же грифоны, может быть. Хотя, может быть, даже и не грифоны. Может быть, все будет гораздо-гораздо проще. Блин, чутарика не хватило, а? Так. Ну да ладно, давай. В общем, чё как был? А, вот это зря. Они же шипами могут во все стороны бить. Могут, но почему-то не стали. Непонятно почему, но тем не менее. И ворота, кстати, сами-то и закрылись. Ладно, давай, может быть, совершенно немножечко подождем, чтобы поднять своего потерянного грифона. Обалдеть, как все было легко. Ну, там так и написано, что сложность никакая. Но я не ожидал, что мы прям настолько имба. С магами для меня на самом деле больше проблем, нежели с физическими вражинами, так скажем, да, с физической... С физическим уклоном. Так, доспех из сумеречной стали, сильный артефакт, предмет из набора. Физическая защита, физическая сила... Ну и это у нас, собственно говоря, набор варвара, да? Окей, далее. Джорджи, я понимаю, почему ты так поступил. Но мне надо убедить тебя, что я изменился и что теперь земля в надежных руках. Правда, что ли? Ну что ж, Джорджи, пойдем-ка мы тебя, наверное, сейчас убеждать. Подожди, а вот эти врата...
я бы сохранился. Хрен его знает, куда меня выкинет, но... Скакнешь в одно место и... Голоса. Это души замученных ангелов. Да, они не могут уйти к Асхе. Я не знала, как им помочь, и закрылась от них. Если ты будешь им следовать слепо, они сведут тебя с ума. Голоса не знают, почему они все еще здесь. Эльрат, твой внутренний дракон, они его дети. Ты можешь найти ответы. Они не знают, кто убил отца. Я спрашивал их. Они привели меня к тебе. Я сделала для тебя все, что могла, как рыцарь Ордена Дракона. Но скажу тебе еще одну вещь, как мать, которая скучала по своему сыну. Ты достоин, Антон, и ты победишь. А почему ты сама не примешь участие? Мой дракон Маласса. Ее ответы лишь рождают новые вопросы. Ты же сын Грифона. Если сомневаешься, следуй своему сердцу. А ты не знаешь, как отправить мертвого барона обратно в могилу? Все страдающие души ищут одного, чтобы кто-то снял с них груз, и они смогли бы с миром отправиться к Асхе. Угу. Неплохой такой диалог получился. Слушай, а мы переместились прямо туда, куда требовалось. Паучий шлем бы мне нафиг не нужен. Подожди, а мы капа уровня еще? А, то есть это все, это максимальный уровень. И хренушки, что я смогу еще прокачать, я так подумал, да? Ну ладно. Допустим, кстати, мы в бою ни разу не применили новую обилочку. Так, кристалл силы, это фигня, это тоже. Ладно, давай-ка напрямую тогда пойдем. Раз уж как бы нам предоставляют такую возможность, чего бы, собственно говоря, и нет. Что у нас по заданиям? Активная цель — покончить с бароном Жорже. За это тоже... А, ну это все одно и то же задание. В него просто немножечко каких-то целей докидывают. Оттягивают неизбежное, конечно же. Не знаю, зачем это нужно. Давно бы уже отдали мне... Ага, форт Некрополиса. Вот это сейчас дело мы... Тьфу ты, ё-моё. Даже мараться, если честно, не хочется. Ради такого дела. Здесь прям какая-то жесть. Так, но... Что мне с вами сделать? Я даже не знаю. Четыре лича. То меня успеют все, я думаю, походить и стрелки, и те, и пятый, и десятый. Так, мне бы как-то... Некому здесь будет дойти до наших сияний, поэтому можно делать, собственно говоря, что хочешь. Такс. Ну, тут на стрелки, конечно же. Не знаю, о чем тут вообще рассуждать, когда мы их и так вынесем без каких-либо потерь. Кстати, по-моему, висталки-то могли нечисть-то попробовать вылечить и нанести какой-то дамаг. Но я думаю, этого особо не потребуется. Кстати, грифоны здесь пролетали, можно было и не трогать. Ламасу-то, да, можно вот призраков было вшатать. И на этом было бы в основной своей массе покончено. Так, 6-7, то есть тупо не добьет, да? Ну ладно. Вампиры куда-то отчалили. Со скоростью звука. Ладно. Нежели хорошо и нечего и начинать, да? Пускай себе там в загробном мире где-то сосуществуют. Да, это максимальный уровень, короче. Я думаю, ничего такого мы уже... Давай-ка перестроим, почему нет? Давно уже эту анимацию не видел по превращению Некрополиса в Альянс в свет. Но это забавненько довольно. Так, вот здесь у нас мост ведет куда-то наверх.
А здесь проход как раз-таки, наверное, к... Да, к вратам. Кстати, я уже здесь рудники какие-то получил. Ладно, я надеюсь, там не сидит какая-нибудь сейчас рожа наглая и бесстыжая, которая выскочит и перезахватит все это дело. Я хочу выйти куда-то сюда. Большой зелье манны. Смысл? Не вижу. Нейтральный, агрессивный. Ну а что, как бы, но... Я хрен его знает, во-первых, что здесь стражи. То есть люди делают, ну, как бы... В этом подземелье еще и агрессивные какие-то. Ага. О как. Я веду. Врата открыли, они сразу же полезли. Так, а сколько тебе нужно будет времени? И смогу ли я заскочить куда-то вот сюда? Черт его знает. Давай-ка хотя бы вот здесь какую-нибудь краюху разведаем, чтобы хоть что-то видеть. И пойдем обратно. Сейчас будем, короче, в салочки, догонялочки играть. Сейчас опять вот это все начнется. Ладно. Я вообще надеюсь с ними покончить, как бы еще в этой серии успеть, потому что... Ибо не... В смысле? Ты что там ход-то пропускаешь? Сразу какая? Троллит меня. Что у нас здесь? Легион нейтральные враждебные. Не, ну если бы я в пещерах каких-то жил, я, может быть, тоже озверел бы, но... Хрустальная линза. Было бы, наверное, полезным, если бы действительно мне это надо было, но... У меня артефактов сейчас уже чертовски дофига. Так-с. Избавляемся от этого героя и идем, как бы... Возвращаемся обратно наверх. Сначала все осмотреть нужно будет. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Так, вампиры, все дела. Что у нас? Магия. Вот, кстати, с магией могли бы быть. Я думаю, может быть, даже и будут какие-то проблемы. Текс. Хорошо, давай-ка. Хотя, нафига я туда? Ну, я же говорю, какие-то проблемы с ними могут быть, но... Ой, красота какая. Сейчас ворвемся прям на всех парах и начнем разматывать налево и направо. Я надеюсь, что вражеские стрелки сейчас также переключат свое внимание на наших рыцарей. Может быть. Всадников солнца и... Тем самым, да, очень сильно облегчит. Кстати, от количества армий, я вот так понял, да, то, что сколько у нас итоговое количество войск, столько и прирост сдается. Потому что, когда у нас были, когда мы проходили вот эти испытания рыцаря дракона, да, мы, собственно говоря, не сильно-то много, так скажем, умудрялись существ призвать. Текс, а что делать, что делать? Давай ждем. В оборону здесь уже вообще делать ничего-то и не надо. Всех мы поразматывали. Дикой, конечно, у меня армия скопилась. Мало того, что я еще прокачанный. Очень так впечатляюще довольно-таки, да? Очень так впечатляюще, господи, как-то это звучало по-дебильному. Короче, нехило так мы вкачались. А все основные фишки, которые я хотел взять, я уже получил. Мы приведем тебя к нашим душам. Освободи нас от воспоминаний безликих. Черт, вы замученный ангел, вы меня реально замучили. Надо уже быстрее избавляться от этих голосов в голове, иначе это будет короче, как бы не очень-то. Так, там что? Не вижу. Неделя горячки, прирост всех существ сокращается на треть. Эй. Эй, хорош. Началось. Так, небесный щит у меня, по-моему, где-то был. Что у меня здесь есть? Нет, это крепкий щит. Это у нас львиный щит. А небесного щита я что-то как бы не припомню, но...
Но оно мне не надо, ребят. Я люблю, конечно, карту почистить, но я люблю ее почистить только тогда, когда это имеет смысл. А когда ты вот так вот бездумно, то есть, ну, может какой-то автобой включить, но это будут существа теряются, и это уже не перфекто. Щит пламенного золота. Давай посмотрим, вообще, может быть, они как бы убегут. Что-то я в этом сомневаюсь, ребят, я в этом. Что легион нежити захочет отступить. Ну, давай их просто тогда унизим по-быстрому. Не знаю, что за щит. Что-то мне прям его захотелось взять. Такс. Да, блин, как-то здесь... Немножечко, я бы сказал. Немножечко. Напрочь, нахрен, здесь неудобно проходить. Ладно. Ага. Что мы можем сделать? Ну, давай у нас троянский конь будет другим. Как я уже говорил, мы довольно универсальны в этом плане. Единственное, что я... Не могу использовать обилочку вот эту вот атаковать, чтобы не перемещаться обратно. Потому что она дается только за первый, так скажем, ход. Я думаю, все равно сейчас мои лучезарные сияния будут страдать от этого дела. Текс. 71 на 107 атак. О, атак гораздо интересней. 164 существа, это довольно хорошо. Текс. И как-то... Как? Всадники солнца. Ладно, пускай они здесь стоят. Все равно мне нужен будет какой-никакой разбег. Пам-пам-пам-пам. Щит на висталок. Конечно же. Висталочки у нас ждут. Кстати, этим щитом я сейчас тоже могу хилять. Об этом не стоит, наверное, забывать. Да, вот. Что-то у меня такое чувство было, то, что они могут, собственно, сделать какую-то такую вот гадость. Хватит ли мне теперь... А тут даже, наверное, не бежать-то не нужно будет уже, ага. Склеила их довольно бодро. Тыкс. Ну, как-нибудь вот так, наверное. Сейчас они, пожалуй, кританут. Нет, не кританут. Но не больно-то и хотелось. Так. Не мудр... Особо не мудрствуем, мы здесь просто всех разносим. Щепочки. Текс, что за щит? Сильный артефакт, довек физической защиты и защиты от магии огня. Ладно, в общем-то здесь, как я уже понял, наверное, ничего нету. Для меня ценного. Какие-нибудь оружейные или броник, если бы я здесь нашел. Вот это было бы действительно полезным. А так... Что-то я ничего не наблюдаю, да? Абсолютно ничегошечки. Хорошо, хорошо. Погнали сюда. Джорджия нас там уже заждался. Один раз моему, хотя нет, не один раз моему, моему два раза. Пока он был жив, моему задницу надрали. Потом, после экспериментов над ним... Святой Инквизиции, мы ему еще... Задницу надрали, когда он уже с того света выползал. Ну и сейчас, наверное, сделаем это все-таки третий раз. Как говорится, Бог любит Троицу, поэтому... Поэтому давайте божественную волю донесем до его маленькой наглой задницы. Простите за мой французский, ребят, простите. Я прям не могу удержаться, я хочу это сделать. Подожди, а что за катакомбы, что за лабиринты такие? Давай-ка сюда. Гробница. Ну, ладно. Вы не владеете этим поселением. А здесь золотишко есть. А здесь есть немножечко антифактов. Артефактов, конечно же, я что-то немножечко запинаюсь. Так,
Да я понял, что оно мне не принадлежит, и просто так вы это не отдадите. Почему костер-то не забрали? Так, плащ Силанны охраняет легион нежити, но... довольно быстро. Это замечательно. А вот и призрак Джорджи. Тысячу, 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 тысячу и угроза средней. Ух ты, ребятки, а вот это сейчас будет интересно. Мне давно, на самом деле, хотелось какую-то такую довольно серьезную битву, да, чтобы кто-то нам мог что-то противопоставить. Подожди, а ну хорош, какая Зенда нафиг, где? Вот здесь вот немножечко еще... Блин, а там еще куда-то есть проходы. Но так как неделя кончается, я думаю, имеет смысл его сейчас быстро валить. Ха. Зенда, Зенда. Ладно. Зенда так Зенда. Что у нас-то опять магия? Нет? Почему я тебя посмотреть не могу? Нежданчик. Ты сейчас нежданчик. Нет, надо этих посерединке ставить. Ну, вот такое расположение. Ладно, что меня устраивает. Текс. Угу. 186 лечей, блин, это довольно сильно. А давай начнем с упырей. Почему я не могу посмотреть, кто она, что она? Ну, скорее всего, магия. Что-то мне так вот подсказывает. Ну да. Видимо, все-таки магия. А может быть и нет. Текс. Садники. Призраки. Ладно, давай-ка сразу мы продолжим юзать свою тактику. По двум отрядам я, к сожалению, никак не могу прокинуть, а стрелков здесь аж два вида. Но вот я думаю, личи немножечко будут посерьезнее. Все-таки эти ребятки, они как бы еще и по площади что-то там говнякают, насколько мне... А почему я посмотреть-то не могу? А во. Так, объятия тьмы, это хорошо, осушение. Это воскрешение, подожди, а где там? Всех соседних отрядов, вот. Делают уязвимыми к магии тьмы. Ладно, давайте. Сделайте меня уязвимым. Хилиться уже начали. А это уже не очень хорошо. Так, висталки, висталки, висталки в оборону. Это первый отряд у нас отлетел. Молодцы. Ой, я забыл. А, ну... Хорош. Что-то они вообще игнорируют по полной программе. Во-первых, здесь не работает на них... это... Самое. Все, что связано с интеллектом, это нежить. Она мертвая, ей пофиг. Даже если мы ее провоцировать будем, она на это дело не поведется. Бэм, минус. Тут с удачей 300 грифонов. Понятное дело, что это будет довольно жестко. Так. Чтоб тебя, долбанный маг. Коцает все отряды подряд. Что тех, что этих, ему, по-моему, вообще до фени. Ненавижу, когда дамаг вот так вот размазывается по всем существам. Блин. Знаешь, что сам беспонтовая, да? Ты, наверное, понял. Что сам беспонтовая. То, что призраки... Чуть не накосячила, а? Вот чуть не накосячил. Ладно, что была у меня возможность еще походить. Сейчас бы я этот отряд бы снес к чертям своими рыцарями. Ну и как обычно остался бы непрохиленный. Во. Вот теперь другое дело, правда. Минус грифон. Но это ладно.
Так, но это не Джорджа. Все-таки. Это какая-то такая разминочная, что ли. Давайте нам уже... Блин, ну все равно. Разминочная, не разминочная. Одного грифона мы потеряли. А вот он, Жоржик-то, да? Вот теперь начинается самые интересные танцульки. Хе-хей. Хотя... Ну, здесь как бы стрелков до хрена. И плюс он за крепостными стенами будет стоять, поэтому... Поэтому немножечко... В этом плане это будет все-таки проблематичненько. Тикс. Хотя нет, знаешь, стрелков я бы предпочел оставить все-таки где-то сверху. Только так, чтобы они... Давай-ка вот так. Чтобы они могли иметь нормальный угол прострела и никто, никого рядышком не было. Так вот меня, думаю, вполне себе устроит. Угу. Давай, башнями по мне стали, конечно же. Чё бы нет ты. Что, барон Жоржи, давай-ка я тебе объясню, в чем наше различие. Ах ты, блин, неплохая здесь статуэточка, да? Довольно клёво все это выглядит. Все-таки поклоняются они Асхе, ну и тут какая-никакая статуя, нагоняющая антуража, есть. Я вот что думаю. Троянские кони у нас, походу, будут дело не сияние, что ли? Так, и как мне... Бороться со всей этой нечистью. Ладно, с вот этими стрелками мы разберемся как-то так. Здесь сразу на лучезарных сияний я, наверное, тоже что-то типа того замучу. Так, и начнем мы, наверное, избавляться... От других отрядов. Блин, вот здесь как бы неплохо так можно было бы пострелять, но увы и ах, ребят. Увы и ах, нам нужно коцать немножечко других. Такс. Потом стрелки у нас ходят по факту чуть ли не последними, да? Можно, кстати, сразу, наверное, висталочек-то прикрыть. Буду ждать всеми отрядами, буду пробовать делать так, чтобы он успел походить, а я уже... А я уже в случае, если действительно какая-то опасность будет, ну, через стену кто-то переваливаться, мы уже... Ага. О, как. Вот это, если честно, я не ожидал. Так, сколько там? Где-то полтосик-то мы сейчас, наверное, лишимся. Полтосик существа у нас немножечко уйдет. Ладно. Даже всех прохилять не смогу. О, кстати. Кстати. А давай-ка мы с тобой сейчас поюзаем интересную обилочку, которую мы получили. Но еще не успели опробовать. Так, ты в это, в защиту, конечно же. 160, да? Всех. Ага. Не кританули, увы. Только половинку. Где моя супер-мега-книжечка заклинаний? Где-то же здесь есть. Вот она, высшая справедливость. Давай-ка ее куда-нибудь сюда я поставлю. Чего? Это что, они так хило дамаги вынесли, что ли? Ну ладно, может быть... Да нет, я херозно. Короче, бесполезная вилка. Я тебе говорю, бесполезнейшая. Давай-ка. Немножечко боевого духа, что ли. А по сути, тут уже... Хоть трава не расти, будет у нас, судя по всему, последний. Давай врываться, давай уже что-нибудь делать. Блин, я вот зря, наверное, просто так
не ударил. Не. Причем я еще и два раза отвечу-то тебе. А, они еще и прохиливаются, ты смотри. Грифоны здесь вот, блин, встали. Как нельзя более хреновым образом. Поторопился их вперед вывести. Не хотел я этого делать, но почему-то сделал. Грифоны-то отсюда уйдут. Ладно. Чутарика вперед выйдем. Сейчас вы тоже отхватите. Сколько у меня еще их? 4 штуки аж целых про запас. Короче, копье. Чтобы там совсем-то не борзели. 18 существ. Давай-ка подождем. Потому что, да, скорее всего, сейчас будут продолжать выстегивать моих рыцарей. Ну, конечно же, не все. Опа! Нормально. Четкий размен. Личи издают прям такие странные довольно звуки для этой игры. Что-то типа больше на каких-то техномантов похоже, да, а не на личей. Такс. Но имеет ли смысл сейчас висталками стоять? А с другой стороны, что бы мне еще делать? Такс, будет на кого-то нормально эта обилка действовать, нет? 26 существ, 13 существ, 3 существа, 5, 8, 10. Ёпта. Давай хоть посмотрим, как оно будет выглядеть. О, да. И анимация это просто божественная. Лучше не придумаешь. И все-то здесь типа хорошо. Так, стрелки разбежались в разные стороны. Бам. Но мы продолжаем их добивать. Даже тех, кто пытается убежать. Найдем, догоним, поймаем и накажем. Две сотки, нормально. О, а вот это, конечно, очень даже неприятно, 60 личей поднял. Я их, блин, добиваю и... Все равно как-то не получается от них до конца избавиться. Давай, пожалуйста, вот эту вот пачечку мы добьем. О! Вот это замечательно сейчас было. Всадники солнца делают свое дело. Грифоны тоже вовсю сопротивляются. Грифоны вообще, блин, на самом деле, в стане врага-то они более были бы предпочтительнее, нежели сияние. Потому что они отвечают на каждую атаку. Сколько ты их не лупи, они будут давать сдачи. Но здесь пока обилка действует. Сколько там? 2 хода, да? Да. Ответный удар. У нас последний ход действовал. Ладно. Мы уже, считай, все здесь разгромили, все, что могли. Потери будут, но... Короче. Можно считать, что ни о чем. А, со стрелками, что ли, до разобраться? Ну да, видишь, на нежить оно вообще никак не влияет. Так. Блин, ну даже не знаю. Не
Здесь нам удача, ой, как пригодится. Давай-ка вампиров, наверное, истреблять. Так, вот и удачка. Считай, что сработала. Ну как, точнее, сначала мораль, но... Два раза по личам в шотлате, это, считай, тоже большая удача. Фигня. Фигня твоя магия. Я... Да блин. Охренеть. По 50 существ он будет воскрешать. Совсем, что ли, страх потерял? У меня уже здесь как бы 40 сияний полегло. Сражаясь с вами. Странно, щит последнего уровня должен был восполнять 30% потерянного. Ну, или не потерянного, в общем, 30% здоровья где-то там было указано, да? Ладно. Не больно-то и хотелось. Сколько, наверное, интересно, стаков я уже набрал? Девять. Ладно, надо добивать еще вот этот отряд будет с вампирами, чтобы как можно меньше вражескому герою шансов для хода давать, да? На время которого он может там что-то кастануть или кого-то воскресить, или же что-то типа того. Ну, эти, в общем-то, в задних рядах стоят. И немножечко бесполезны. Что такими темпами меня скоро мою катапульту нахрен развалит. Что-то они прям разошлись. Так, минус отряд. Сюда мы, к сожалению, не дойдем. Ладно. Сейчас он магию какую-то вот поюзает. Немножко еще грифонов нас наших убив и плюс воскресив, конечно же, существ. Так, 140. А если так, а так мы своих косуем, да? Ладно, будем довольствоваться, так скажем, о меньшем. А ну открывай ворота. Вот, сразу бы так. А то как-то... Некий холодок чувствую, как бы. Не ждали они меня. Точнее, наверное, такие и ждали, но не рады моему приходу. Удастся ли нам переубедить барона Джорджа? Я вот немножечко сейчас даже так призадумался. 78 и так добиваем, без всяких... лишних телодвижений. Ну что, это была, кажись, финальная битва. Что по потерям? Ну, по потерям, понятное дело, сияние и грифоны, которые у нас сражались, так скажем, на клинке, на острие нашего клинка, нашей атаки. На чьих крыльях, Елата или... Эльрата, ты отправишься к Асхе. Твое личное дело. Я вижу, ты готов дать мертвому выбирать. Но как насчет живых? Я вернулся не за мертвых сражаться. Я отменил свои приказы относительно церкви Елата. Но рыцарь должен в первую очередь повиноваться господину. Ведет ли он его вниз в Шио или вверх на луну Асхи? Речи истинного герцога Грифона. Теперь ты достоин своего наследства. Убей меня еще раз, если хочешь. Я почту это за честь. Иди с миром, барон Джорджи. Ты верой и правдой служил своему герцогу. И нам будет тебя не хватать. И нам будет, говорит, тебя не хватать. Хорошо, барон Джорджи, наконец-таки ты признал нас настоящего герцога. Ну и Антон немножечко поменял все-таки свое мнение
о чем я несказанно рад. Потому что, как бы, да, принуждать кого-то к своей вере, это немножечко туповато, да, так скажем. Львиный щит. Спасибо, но у меня он есть. Наконец-то! Начинается война, достойная моего возвращения. Слепые братья предсказали затмение только через 3 года. Они также предсказали, что мы проиграем эту войну. Думаю, кое-кто просто не захотел дожидаться такого исхода. Неужели ты как-то изменил время затмения? Ускорил его? Нет, я тут ни при чем. Это дело рук Кирилла и Сары. Я и не думал, что они так высоко замахнулись. Вы это сделали, чтобы войну можно было выиграть. Королевство Асхана уже дерутся между собой за власть, как ваш отец и Герхард. 7 городов и некроманты движутся к неизбежному расколу. Наги и орки готовятся к войне. И даже безликие поигрывают с эльфами. Малейшее промедление, и все было бы потеряно. Но мы не готовы. Либо мы будем биться сейчас, пока у нас есть силы, либо в руинах после нас будут править безликие. Короче, война будет, наверное, скорее, нежели мы этого действительно ожидали. Хорошо, ребят, мы прошли эту кампанию, точнее, эту миссию. Нас ждет следующая карта. И мы посмотрим, что же там интересного будет. Я думаю, мы справились довольно-таки неплохо. Кстати, на ранге ветеран. Стоит обратить внимание на это. Но это было гораздо легче, нежели прошлое. Прошлое я прям испытывал какие-то действительно грандиозные сложности. Здесь было как-то все довольно-таки гладенько и по наитию, так скажем. Ладно, ребятки, не забываем ставить лайкосики, если вам понравилось, подписываться на канал. С вами был Лиспер, всем хорошего и пока-пока.